Аким города Нурлыбек Налибаев отчитался перед депутатским корпусом. В отчет мэра легли показатели социально-экономического развития областного центра. В целом депутаты дали положительную оценку проделанной работе. Хорошие показатели в сельском хозяйстве. В Россию, Украину, Таджикистан, Узбекистан, Афганистан и Туркменистан экспортировано 15 тысяч тонн риса. Увеличилось производство мясомолочной продукции. Строятся дороги, приоритет окраинам. В рамках развития транспортной инфраструктуры заасфальтировано 50 улиц общей протяженностью 171,8 км в микрорайонах Титова, Гагарина, Шанхай, Аль-Фараби, Кби. На эти цели было выделено 5,3 миллиарда тенге. За счет выделенных средств проведен капитальный и средний ремонт 141 улицы. Несмотря на сложившиеся условия, в областном центре растет число предпринимателей. В рамках госпрограмм обновлены старые объекты и построены новые. В городе строится 52 многоэтажных дома на 2380 квартир. В Кызылорде растут темпы жилищного строительства, соответственно, показатели обеспечения населения жильем. До настоящего времени в городе построено несколько новых микрорайонов. Жильем обеспечены более 9 тысяч кызылординцев. С начала года стоявшие в очереди 1242 кызылординца отметили новоселье.